Всем доброе утро. Мы отправляемся в библиотеку «Авиатор», которая не нуждается в нашей рекламе, в Приморский район. Да, ветра нету, отличная погодка. Сейчас зайдем за поворотик, будет ветер. Сегодня суббота. Приветствую вас на своем канале. Мы без автомобиля. Топаем на автобус. Утром мы покушали омлет. Все дружно полюбили омлет мой. Или я научилась его готовить. А Тёма еще спит. Вчера мы, кажется, объелись в сушивоке. Я проснулась сытая. Так, тут у нас очень неудобно везде. Переходится дорога. Вообще у нас нет пешеходных переходов. Повсюду машины. Давайте бегом. Ой, не знаю, что делать. Вообще нет пешеходных переходов. Я не знаю, как тут переходить дорогу, понятия не имею. Да. Это тебе. Спасибо. И в библиотеке «Авиатор» мы не просто будем менять книжки, хотя мы прочитали 4 книжки, а едем мы на мероприятие, посвященное Пушкину. «Пушкин в Приморском» называется. Так, давайте вот здесь пройдем, тут меньше дорог будет. Стоп, стоп, там 3 машины аж. 3 машины. Мероприятие рассчитано на детей школьного возраста. Ну, когда мы записывались... Так, давайте вот туда по диагональке. Я спросила, будет ли нам интересно. Ведущая нас записывала, и она спросила, вы придете точно? Я говорю, да. Она сказала, тогда сделаю все, чтобы вам было интересно. Слушайте, дети не дают мне закончить мысль. Я не помню, что я говорила. В общем, мероприятие вроде как для постарше, но вроде как нам тоже должно быть интересно. Вот, потом мы, в принципе, могли бы... Не ходите туда, идите рядом со мной, пожалуйста, вы не туда идете. Вот прямо. Не пойдем, там из парковки выезд неудобный. Вот как вчера шли ровненько, так и идем. Деревья просто 500 лет. Угу. Это из-под болота. А у самого высокого дерева есть имя. Да? Какое? Ну, я забыла, это водолаз. Господи, вот у меня ума-то нету. Можно было пропустить садик и все. Да, можно. Когда я вот там вообще так отдыхал. Ты так отдыхал без нас? Угу. Почему? Что ты делал? Ну, пытался собрать что-нибудь. А, это было вечером. Вечером ты долго отдыхал без нас, да. Вот воспоминания-то. Никто не бьет, это точно хорошо. Дань, если... ты видишь у нее воспоминания о гостях, что ее никто не бил. Мам, если бы вы погуляли в садик, и я погулял, тогда вы там остались на следующий день. Но мне не очень нравится в гостях ночевать. Одну ночь можно. А знаете, что мне сегодня Дань ударил так сильно вот сюда. Да, Даня, тебе Венча... вчера зрители писали Венчала тебе. Венчала она меня очень сильно. Вот, вот Вика, важно, кто начал. Видишь, ты начала, оказывается. Вам вчера зрители писали длинное сообщение, я тебе читала, что нельзя драться. Да, все переживают, что ты очень сильный, а Вика очень слабая. А мне сказали, что мне надо не бить, а секретить. А если да. Меня
увидела, что он А вот она запомнила, что тебя надо щекотать, а не бить. Да, запомнила, молодец. И ты тогда в ответ щекоти. Прекратите эти драки, вы уже большие, вы же не маленькие ляли. Социальную рекламу на протяжении всего маршрута и временами показывают сам маршрут. Во всех, но не во всех социальная реклама. Экскурсия вам по Приморскому району, кому интересно. Все одуванчики стали белыми. Мы где-то сейчас находимся в начале июня. Какое число, понятия не имею? 8-9. Где-то так. Топаем ножками далеко-далеко. Что? А сколько минут нам идти? Вот прямо до светофора. Как дойдете, так и дойдете. Целый квартал нам нужно от автобуса до библиотеки. Огромный квартал Приморского района. Это не такие квартальчики, как в центре города, например. Топать минут 10 нам точно. А, Серебристый бульвар, вот это как называется. А я почему подумала, что мы на Байконурской? Серебристый бульвар. Наконец-то мы дошли, мы еще несем 4 книжки, у Дани огромный рюкзак. Еще пол-литра чая, мы уже попили, уже меньше, и отсюда бифили. Фионы там не будет, это другое мероприятие. Сдадим 4 книжки, мы их прочитали за 1,5 недели. У нас еще дома 2. Так что много нам брать нельзя. У нас еще дома Зощенко и Рыцари. Рыцари мы не начали, там очень мелко, только я могу читать. О, как холодно. Нас чуть не сдуло. Ледяной ветер тут после автобуса. В автобусе жарище. Мы открыли окно. Жарко, душно. А тут ледяной просто ветер. Вот я шла расстегнувшись, а сейчас уже прям вообще замерзла. О, смотрите, что будет. Библиотека монстров. В следующую субботу. И нас встречает букварь Жуковой. Вот здесь тоже для дошкольников. Смотри, вот эти все толстые, это точно для дошкольников. Да. Вот радость. Посмотри, вот это все для тебя. Давай, я пойду схожу в туалет, а ты пока выбираешь, смотришь все книжки. Можно взять, открыть, посмотреть, нравится, не нравится. Но ты только одну сегодня бери.
Иди, Вика, иди. Иди, занимай место. И ты. Иди, идите, занимайте хорошие места. Ага, Даня тут уже все знает. Нет, Фионы нет, и сегодня про Пушкина. Фиона это отдельно записываться надо. Посмотрите, вам какие-то картиночки приготовили. Ой, это прямо как лекция настоящая будет, да? Даня, тебе взяла я про мозг. Головной, какую тебе предложили новую книжку, а тебе? Про пекаря? Про повара. Про повара. Что вчера? Только вчера ее принесли. А принесли Хатчина в то время. В деревне Суйда. Друзья мои, до сих пор в деревне Суйда сохранился вот этот флигель двухэтажный, где жили родные Пушкина. Налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Там, на неведомых дорогах, на брег песчаный и пустой. Нет, Кощей над Златом чаша. Нет, это было... Да, вот ученый. Нет. Это о царе Салтане. А мы сейчас не помолимся. Давайте, а читать будем все вместе, хорошо? Покажи, пожалуйста. Давай, наша же группа. Я не хочу. Так, не мне, ребята. Да ты не читай, ты же маленькая еще. Кощей над Златом чахнет. Там фаль Кощей над Златом чахнет. Сергеевич Пушкин посвящает Анна. Да, в конце, да. В конце я. Итак, давайте мы с вами читаем. Глуши во мраке заточения тянулись тихо дливали. Без божества, без вдохновения, без движения, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимо летного видения, как гений чистой красоты. Тут еще плашечка. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь. И божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. От утра до вечера за ней стремлюсь. И встреч нечаянных, и жажду, и боюсь. Окусыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне. И появлением, и тут ко мне идет несримый гостей, знакомств давний, благие мечты мои, и мысли в голове. Да. А это кто такой? Бабка, да. Ну так что? Сказка о золотом рыбе, да? Не хочу, я там хожу. А, не хочешь? Нет. Ну, собственно говоря, наверное, все. Это что за сказка? Маша и медведь. Или Маша и медведь. Не Пушкин? А штука не было. Бабка. Репка штука. А дальше будет говорить. Она взвесится выше. Он главою. То есть вот этот стол... Вы сами сможете? Сможете, вы уже большой. Пожалуйста, а вы, Анечка, поможете детишкам. Небольшое стихотворение. Первое слово. Да нет, я бы хотела... Давай. Все написали. Слушай. Смотрите, Миша, какой молодец. Первое слово у него поэт. Дальше. Великий, талантливый. Нет, писал. Писал. Творил. Согласны? Да.
Так, а хорошая девочка легла спать у нас на тихий час. Я надеюсь, она уснет. Старший мальчик ждет, когда мы вернемся. Мы с Данечкой куда идем? В аурум идем с Данечкой. Я иду в бассейн. Данечка пока что не идет в бассейн. Как бы нам организовать, чтобы ты тоже пошел? Я не понимаю, мы как-то тормозим. В общем, я поняла, что сейчас, если не схожу, то завтра вообще не схожу. Получается, что я не была там полторы недели. Почему ты завтра вообще? А потому что завтра ролики у вас. А потом еще что-то. Я уже забыла, что. В воскресенье что-то еще, кроме роликов. Азимов. Нет, Азимов сейчас на каникулах, июнь. У тебя усы. Почему мы такие довольны? Я покушала роллов, которые остались со вчерашнего сушивока. А Тёма уже весь готов, оделся, намылся. Тёма идет с друзьями навстречу. Когда я вернусь, в 5 часов мы с тобой должны вернуться или раньше, мы должны посадить Тёму на такси. А там его встретят где-то друзья. Ты навигатор? Осторожно. Окрашена. Да, вот сядешь, будешь полосатым. Не хочешь быть полосатым? Человек летит с авиатора. С авиатора в аурум. У нас все на А сегодня, Даня. А почему арбуза не было? А почему арбуза не было? Надо купить арбуз, чтобы был арбуз. А чисти ноги. Да чистые у меня ноги. А чисти ноги, говорю. Давай, давай. Очисти ноги. Давай. Очисти ноги. Очисти ноги. Чистые у меня ноги, чистейшие даже. Как назывался у вас? Джим Китс. В Джим Китсе тоже всегда бодрый музончик. Там... И тут бодрый. Не, вешай, никому не надо. Там какая-то скучная музыка. Я боялась, что в субботу будет очень много народу. Я не думаю, что люди пришли без курток. Я думаю, что людей сегодня мало. И это отлично. Я прям очень довольна. Мне посидеть чисто в сауне без детей. Я нашла спасение от детей. Вешай. Значит, тут вообще все мое. Все мое, кроме твоего телефона. Так что я беру вообще рюкзак себе. Рюкзак стал моим временно. Есть? Мой телефон, похоже, в другом. Да. Yes. Чай ты хочешь сейчас? Чай хочешь сейчас? Где ты сидишь? Здесь? Там мультик есть. Не хочешь мультик? Кстати, я очень долго там сидела. И нас ждет такси. Такси нас ждет за 100 рублей. Боюсь простудить голову я. Нет. Вот, вошиков нет, вон велосипед. Вошика нет. Тебе сейчас нужно достать Тёме коляску. Ну не няши это воняет, это какой-нибудь кошкой воняет. Господи, Даня. Это воняет. Ну все, неважно.
Может, что-то тут случилось у кого-то. Наверное, вот, бомба. Ты, главное, не наступи, под ноги смотри. Тёме коляску достать, пересадишь его. Я пойду его спускать вниз к такси. А ты дома останешься. Не ссориться с Викой, если она проснется. Хорошо. Так, хорошая девочка Вика не спала. Она втихаря пробралась в кухню. И Тёма даже не знал, что она не спит, а смотрит мультик. Я сейчас отправила Тёму на такси, посадила его, друзья его встретят, они идут в ресторан, не виделись втроем много месяцев. Я кушаю борщ из вкусвилла, все как положено, с чесноком и хлебом. Сейчас я покушаю и расскажу вам про бассейн. Дубль 2. Это детский ужин. Это похоже на мамин ужин. Так, молодой человек, который продал нам смеситель, приехал. Я спросила, часто ли это случается. Он сказал, что очень-очень редко. Вот, и он сейчас его чинил. Правда, у нас тут сложности, конечно же. Я ему предложила, снимите носки, но он не послушался. И он вот тут вот топтался в носках. Я говорю, что теперь? Он говорит, я их уже отжал. Вот. Он полностью заменил вот эту штучку. Я ее не узнаю, она другая была. Вот, сейчас все работает. Я говорю, почему так случилось? Почему смеситель? Мой друг сегодня сказал, смеситель за 5000 должен был сломаться. Вот, я спрашиваю мастера. Он говорит, у вас ржавая вода. Он его разобрал, и там типа ржавая. Но я... мне не показал. Но сказал, что вот там все было ржавая, вода плохая. А еще мастер написал мне последовательность действий, и я наконец-то переключила с водогрея на обратно. Так, Вика, каша готова, ты можешь садиться кушать. Вика затеяла краски, я болтала час по телефону. Самостоятельный ребенок, знаете поговорки, да, третий ребенок. И поэтому... А где рисунок-то? Все теперь в красках у нас. Вика в красках. Отмыла лицо, покажись. Ну, чуть-чуть отмыла, да. Руку не отмыть. Тут были всякие... какие-то татуировки, наверное, были я разноцветные. Я вот ногти и узоры. А потом я намыла мыло, и были такие полоски. Вот мой рисунок. Ага, вот рисунок. Мама с детьми рисунками не занимается. Кусок, а у тебя не кусок. Ну, как вам печенье, хотела сказать, мороженое за 29 не рублей? Не очень. Тебе не очень? А да? Обожаю такое. Очень. Мне прям понравилось. Я редко что-то такое люблю сладкое. Супер мороженое. Упаковочка. Лама какая-то. Что это? Инмарко. Дорогие друзья, не подумайте, что я ела мороженое. Я его лизнула один раз. Сейчас 0:30. Я выспалась чуть-чуть. Я уснула раньше 10. Ну вот, Тёмы дома нету до сих пор, поэтому я волнуюсь. Прислал мне фотки. Хорошо сидят уже во втором ресторане. А вот, ну, понятно, что я не сплю. Всех люблю, всех целую. Спасибо вам огромное за теплые комментарии. Вот, заканчиваю монтировать и ложусь спать. Тёма пишет, прислал скриншот, что они вызвали такси. Непростое, золотое. Ну вот, хочется мальчикам так развлекаться. Едут втроем сюда, ехать всего лишь 15 минут. Один подождет, а другой отвезет Тёму. Ну или вместе поднимутся, не знаю. И поедет... друг, который хорошо ходит, поедет к тому другу. Это все друзья детства, которые так получились, друг друга не выбирали, а мы дружили, мамы дружили, и они тоже задружили. Вот. Всех люблю, всех целую. До скорых встреч, до завтра. Пока-пока. Есть типа в Мерседесе В-классе? Это через Вилли надо заказывать, в Яндексе нет.
Слушай, у нас панорама шикарная. Так, а вот это там... Вы чувствуете, чувствуете, не спеша? Каков шаг? Против съемок.